Я хожу по степи, не сгибаясь, как указательный палец. Указательный палец сгибается только курком. Это кажется мне, ас и я, Азия. Ошибаюсь, мы кочуем навстречу к себе, узнаваясь в другом. Поезда в этих краях шли с востока на запад, и с запада на восток. А по сторонам железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства Сараазеки, серединные земли желтых степей. В этих краях все расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана. А поезда шли с востока на запад и с запада на восток. Thank you.
«Прощай, Гульсары». Уехал Тананбай в степи. Пропадал у табуна до самого вечера. Все никак не мог успокоиться. Осиротел табун. Осиротела душа. Унес и находит с собой ее. Все унес. Все не то. И солнце не то. И небо не то. И сам вроде не тот. Вернулся уже затемно. Вернулся в юрту молчаливый, почерневший. Огонь горел в очаге. Жена слила ему воды на руки, подала ужин. «Не хочу», — отказался Тананбай. А потом сказал: «Возьми ты, Миркумус, сыграй плач верблюдицы». Джайдар взяла Тамиркумус, поднесла его к губам, тронула пальцем стальную струнку, вдохнула на нее, потом вдохнула воздух в себя, и полилась древняя музыка кочевников. Песня о верблюдице, потерявшей белого верблюжонка. Много дней бежит она по пустынному краю, ищет, кличет детеныша, горюет, что не водить ей больше его за собой в час вечерний над обрывом, в час утренний по равнинам, не обрывать им вместе листья с веток, не бродить по сыпучим пескам, не гулять по весенним полям, не кормить его белым молоком. Где ты, одноглазый жеребенок, отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени струится по ногам белое молоко. Шел Тананбай по степи, перекинув уздечку через плечо. Слезы стекали по лицу, мочили бороду, но он не утирал их. То были слезы по иноходцу Гульсары. Смотрел сквозь слезы старик на новое утро, на одинокого серого гуся, быстро летящего над предгорьем. Спешил серый гусь, догонял стаю. «Лети, лети!» — прошептал Тананбай. «Догоняй своих, пока крылья не устали!» А потом вздохнул и сказал: «Прощай, Гульсары». Он шел по степи, и слышалась ему старинная песня. Бежит верблюдица много дней.
белый пароход. У него были две сказки. Одна своя, о которой никто не знал. Другая та, которую рассказывал дед. Потом не осталось ни одной. Об этом речь. Thank you.
Дед говорит, что в прежние времена был у одного хана другой хан в плену. Вот этот хан и говорит хану-пленнику: «Если желаешь, будешь жить у меня рабом. Или же я исполню твое самое заветное желание и после убью тебя». Тот подумал и отвечает: «Жить рабом не желаю. Лучше убей меня. Но перед этим позови с моей родины первого встречного пастуха». «Зачем он тебе?» «Хочу услышать перед смертью, как он поет». Дед говорит: «За родную песню люди жизнь отдают. Какие это такие люди? Увидеть бы их». «А слушать хорошо, а?» – шепчет дед. «Какие песни пели, Бог ты мой!» Thank you.
Ты уплыл, не дождался ты Кулубека. Как жаль, что не дождался ты Кулубека. Почему ты не побежал на дорогу? Если бы ты долго бежал по дороге, то непременно встретил бы его. Ты бы узнал его машину издали, и стоило тебе поднять руку, как он тотчас бы остановился. Ты куда, спросил бы Кулубек, я к тебе, ответил бы ты, и он взял бы тебя в кабину, и вы бы поехали, ты и Кулубек. А впереди по дороге скакала бы никому невидимая рогатая мать олениха. Но ты бы видел ее. Но ты уплыл. Знал ли ты, что никогда не превратишься в рыбу? Что не доплывешь до Исыкуля, не увидишь белый проход и не скажешь ему: «Здравствуй, белый проход, это я!» Одно лишь могу сказать теперь. Ты отверг то, с чем не мирилась твоя детская душа. И в этом мое утешение. Ты прожил, как молния, однажды сверкнувшая и угасшая. А молнии высекаются небом, а небо вечное. И в этом мое утешение. И в том еще, что детская совесть в человеке, как зародыш в зерне. Без зародыша зерно не прорастает. И что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки, пока рождаются и умирают люди. Прощаясь с тобой, я повторяю твои слова, мальчик. Здравствуй, белый проход, это я! Thank you.
Пегги пес, бегущий краем моря. В непроглядной, насыщенной летучей влагой и холодом приморской ночи, на всем протяжении Охотского побережья, по всему фронту суши и моря, шла извечная, неукротимая борьба двух стихий. Суша препятствовала движению моря, море не уставало наступать на сушу. Гудело и маялось море во тьме, набегая и расшибаясь на утесах. Надсадно ухало, отражая удары моря, каменно-твердая земля. И вот так они в единоборстве от сотворения, с тех пор, как день зачался днем, а ночь зачалась ночью, и впредь быть тому все дни и все ночи, пока пребудут вода и земля в нескончаемом времени. Все дни и все ночи. Еще одна ночь протекла. Шумел над морем ветер орган, катились по морю волны акимелгуны, и сияла на краю светлеющего небосклона лучистая звезда Эмраина. Еще один день наступал. Thank you.
Восхождение на Фудзияму. Исабек. Насколько мне известно, каждый истинный буддист должен хоть раз подняться на священную Фудзияму, чтобы поразмыслить там наедине с Богом о житье-бытие человеческом. Но, говоря современным языком, предоставить отчет свой Богу. Досбирин. Религия. Чего только не придумают разные служители. Мамбет. А мне думается, что дело тут не в служителях, и религия тут ни при чем. Скорее всего, это порыв человека к возвышенным размышлениям, к откровениям, к разговору с самим собой вдали от житейской сутолоки. Исабек. И все же идут туда для разговора с Богом. Никто ведь не утверждает, что они поднимаются на Фудзияму для разговора с самим собой. Они идут туда поклониться Богу. Бог на высоте. Человек ползет к нему, как муравей, как червь, жалкий, несчастный, молит о прощении своих грехов. И, самоочищаясь в собственных глазах, находит оправдание себя. В этом великая живучесть человека.
Тавро Кассандры. Мы находимся в преддверии нового скачка нашего самосознания, ибо отныне мы, как бы ни хотели, не сможем закрывать глаза на тот факт, что эмбрион не безучастен к тому, в какой генетической ойкумене он возникает в качестве будущей личности. То есть, каковы мы? Мы – жизнеобразующее начало, мы – эпоха, мы – личности. Он тревожно глядит в перископ своей судьбы, зазеркально-подводной лодки, носимой в зазеркальном море будущей жизни. А не стоит ли нам самим вглядеться в этот перископ Кассандры эмбриона? Не мы ли сами причина сокрушающих нас штормов? Страшусь думать, не есть ли Кассандра эмбрион проявление нашего самоотречения от своей предназначенности в мире? Как же могли мы, по идее, богоподобные существа, докатиться до такого состояния? Сколь же надо было преуспеть людям, в какого свойства делах и мыслях, чтобы подвести эволюцию к подобным апокалиптическим сдвигам уже на стадии зародыша? В этом факте дает о себе знать все то, что годами, веками суммировалось, накапливалось в генах, как в компьютерной памяти. Сегодня нам дано обнаружить экранное отражение этой рефлексии эмбриона – Тавро Кассандры. И велением судьбы именно я из космоса посылаю эти выявляющие Тавро Зандаш-лучи. И потому слово сегодня за мной. И я, космический монах Филофей, хочу высказаться до конца. Это мой долг.
и дольше века длится день. Да, лишь оно, непостижимое небо, было ему неподвластно, неуловимо и недоступно. Небо Тенгри, ведущий земными судьбами и, как уверяли гималайские книжники, движением миров. А потому, как и всякий смертный, в искренних заверениях и жертвоприношениях умолял он небо благоволить к нему и покровительствовать ему, помочь твердо владеть людским миром. И если таких подлунных миров, как уверяют бродячие мудрецы, великое множество во Вселенной, то стоит небу отдать земной мир ему, Чингисхану, в полное и безраздельное господство, во владение его роду из колена в колено, ибо есть ли на свете более могущественный и достойный среди людей, нежели он? Нет такого, кто превосходил бы его в силе, чтобы править всеми четырьмя сторонами света. В тайных помыслах своих он все больше верил, что имеет особое право просить у верховного неба того, чего никто не осмеливался просить. Безграничного владычества над народами. Ведь должен кто-то один быть правителем. Так пусть будет тот, кто умеет покорить силой других. В своей безграничной милости небо не чинило ему помех в его завоеваниях, превращении господства. И чем дальше, тем больше укреплялся он в уверенности, что у неба он на особом счету, что верховные силы неба, неведомые людям, на его стороне. Поезда в этих краях шли с востока на запад, и с запада на восток. А по сторонам железной дороги лежали великие пустынные пространства Саразеки, срединные земли желтых степей.
это вместо моего